кому лопата, кому метла. На генеральную уборку в Самарском районе вышли и взрослые, и дети. В течение месяца дворы, закрепленные за ТОС «Надежда», а их более 500, должны полностью привести в порядок. Жители выходят, у них свой инвентарь есть, у кого нет, мы в ТОСе выдаем инвентарь. Дворики у нас маленькие, больших дворов у нас очень мало, поэтому жители, даже не дожидаясь нашего призыва, они уже начинают, только начинает таять, хорошая погода, они выходят во дворики, начинают мести, собирать мусор, обустроивать свои там уголки отдыха, подкрашивают, ремонтируют. Осенью прошлого года во дворе дома 25А по улице Некрасовская построили детскую площадку. С инициативой выступили местные жители. Совет ТОС идею поддержал, обратился в администрацию района. Территорию благоустроили по программе «Двор, в котором мы живем». Здесь появились качели и песочница. Площадку построили хорошую, детям очень нравится. Приходят с других дворов, соседних, ближе расположенных, где нету площадки, им тоже очень нравится. Вот всю зиму ходили. Как сделать район красивым и чистым, регулярно обсуждают на встречах с жителями. Чтобы горожане могли спать спокойно, ТОС активно сотрудничает с полицией. В рейды выходим. Это касается и проверки паспортного режима, и проверки состояния коммунальных квартир, какие-то ссоры, связанные там с перепланировкой. Вот эти моменты все мы решаем. В ТОС «Надежда» постоянно проходят собрания активистов и обучающие семинары по вопросам ЖКХ и капремонту многоквартирных домов. Как говорят в Совете, благополучие района в руках самих жителей. Алина Чемерис, Артем Сулайманов, Сергей Баскин. События.